Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на прохождение Skyrim Special Edition Выживать. Сегодня будет квест под названием «Живые мертвецы», а смотреть место ритуала. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Ну давайте посмотрим. Бля, ты посмотри, как холодно, ребята. Я пока сюда добрался, блин, чуть не окоченел. Ну, сейчас окоченею, конечно. Ой-ой-ой, чё так на миллиард вас? Ай, господи, что это? Так, вызываем помощников, пока Сиран просто пока до нас доберется. Супчик глотаем, горячий. И что? И еще плюс камбэк, знаете, такой. Это не камбэк называется, по-другому называется. Как его? Гнев Мары еще используем. Мерзкие зомби, идите на меня атакуйте. Они наоборот в другую сторону. Они убегают от меня, что ли? Идите сюда. Паршивки, они реально типа не трогают меня, боятся. А, чё, боишься, да? А? Очкуешь? А как толпой нападать, значит, вы горасты. Господи ты мой. Ё, они реально такие ужасные, жуткие. Так, надо хотя бы одного посмотреть. Гнилой зомби. Ребята, посмотрите. Чё у вас гнилые зомби? Что у вас? Ух ты, нифига себе. Ух ты, смертельный плоть, смотрите. Какой-то новый. Компонент. Так, не то. Так, что это такое? Съев. Урон. Урон магии. В принципе, ничего интересного. Тут некромант-ученик еще. Что он забыл, кстати, книжка, что ли, какая-то? Так, а что я подобрал? Это, значит, том заклинания какого-то. Так. То они обряды какие-то тут мутили. Холода, это мы возьмем. Я не знаю, сейчас посмотрим, что мы с вами можем тут прочесть, изучить. Лишнее выкинем. Камень душ. Дневник некроманта. Заклинание это забираем. 605, прикиньте, вызывает зомби на 65 секунд. Точку, офигеть. Ну давайте дневник некроманта посмотрим, что он там. Выкидываем. Так, выполни. Живые мертвецы. Не, серьезно? И все? Мы получили награду, типа... Кстати, это я умею уже. Стойте. Это я тоже умею. Тьфу ты. Вот реально, тьфу ты. Хотя бы давай для превьюшки сделаем. Ребят, с вами был Like of Game. Вот такой маленький квестик. Я, блин, кстати, тут согреваюсь. Не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующих уже роликах. Я, знаете, сколько добирался? Чтобы квест был 3 минуты. Гениально. Нахожусь я тут. Я вот так через горы тут пытался пробраться, пробрался. Я думал, какой-то гениальный квестик. Ну, вот так. Так и бывает, в принципе. Пока.